Пельмени из крапивы и попкорн из гречки понравились международному жюри. Поэтому новосибирская команда шеф-поваров завоевала бронзу Всемирной кулинарной олимпиады. Это первые медали у нашей страны на конкурсе. У судей в этот раз к россиянам претензий не было. При приготовлении блюд они не использовали допинг, только натуральные продукты. Да, то есть мы действительно старались сделать все блюда, чтобы там были как раз вот продукты представлены, то есть характерны для нашего региона. То есть это лесная ягода, мясо, дичи, то есть также утка, кролик, оленина, то есть все, что в принципе как будто присуще нашему региону. Акцент новосибирцы решили сделать на сибирской кухне с необычными нюансами. Для конкурса они приготовили сырный торт из облепихи и черемухи, мусс из семги и сазана, брокколи с морковным заливным, рулет из лосося в крабовой оболочке. Справились даже с банкетом на 100 персон. С успешным выступлением обладатели бронзовых наград поздравили сегодня. Копилку поваров пополнили почетные грамоты и благодарственные письма. Останавливаться на достигнутом призеры не собираются и уже продумывают новый рецепт для покорения судей-гурманов. Как и спортивные. Но олимпиаду кулинарную проводят раз в 4 года.